памятник Стелла. Он установлен в 2013 году. Память о том, что Анапа является городом воинской славы. Очень красивое у нее оформление. Будете рядом. Это улица Ленина и Крепостная, пересечение. Приходите. И большая просьба к вам, друзья. Вот чисто, знаете, по-человечески прошу, ну как от души просто, кому не жалко своего времени, кто ценит мои труды, кому нравится меня смотреть, поддержите, пожалуйста, тем, что посмотрите видео от начала до конца, не перещелкивая, это поможет мне развиваться, моему каналу, денежку зарабатываю. Для меня это очень сейчас важно, так как ситуация, сами знаете, непростая. Трое детишек, все непросто в этой жизни сейчас, поэтому... Кто может, помогите, поддержите, не деньгами прошу, всего лишь 10 минут вашего времени. Тем более вы же все равно интересуетесь Анапой, так или иначе, экскурсии. Давайте посмотрим. Я сейчас иду на Малую Бухту. Ой, надеюсь, не громко будет в камеру вам. На паузу, если что, поставьте. Посмотрите цены, какие нынче. На экскурсии покажу вам Малую Бухту. Ну и сегодня я уже на своем втором канале показывала центральный пляж, детский парк немножко. Вставлю в конце видео или посмотрите еще. В общем, не забывайте, что есть второй канал, и я и туда выкладываю, чтобы не пропустить. Смотрите все и ничего не пропускайте. Вот. Прорекламировала себя, свои каналы. Ну а что делать? Сам себя не похвалишь, не порекламируешь, никто не поможет. Видите, как молодежь. Это вот я сейчас по скверу Гудовича иду. Прохладно, молодежь спортом занимается в Анапе. А это пересечение получается Черноморской. И вот смотрите, Черноморская 11, Крепостная 67. Сейчас я сверну. Хочу по Терской пройтись еще. По Гудовичу мы прошли, хотя здесь бы мы, если бы я пошла, сейчас к маяку вышли, прямо на маяк. Тут буквально еще минут 10 и маяк. Но я хочу вам показать еще одну столовую студенческую, недорогую, отель Черноморье. Она вот здесь находится, прямо в этом здании. Уже одну столовую я вам показала, студенческую, лайфхак, как бюджетно отдыхать в Анапе. Сейчас еще одну покажу. Что там, магазинчик он какой-то есть. Черноморье отель. Идиллия. Вот она, мы вдоль нее прям движемся. И вот здесь будет сейчас крыльцо. Это получается вот это уже пересечение, я так понимаю, Терская, да? А нет, Кирова. Кирова, тогда я назад, наверное, вернусь, к маяку хочу выйти. Сейчас покажу вам столовую. Вот она, видите? Студенческая столовая. Оставлю ссылочки под видео на другую студенческую столовую. Я вот на днях делала на той недельке. Правда, смотрите, столовая работает ограниченное время. И вот та столовая, в которой мы были на Краснодарской, точно так же будет ограниченно работать. Иначе тогда, если они будут неограниченно работать... Короче, если они неограниченно будут работать, все остальные столовые разорятся. Потому что цены смешные. Я оставлю ссылочку, пройдите, посмотрите. Здесь точно такие же, скорее всего, цены. Я здесь не была, но если студенческая, то уже студенческая. Смотрите. Ах, тут не видать, дождь какой пошел. Прям крупными каплями все-таки собрался. Неужели будет ливень на выходных?
Ай-яй. Прям холодно стало. Нормально. Все, я опять попала в дождь. Сильный. И где мне сейчас спрятаться? Вот так вот, друзья. Трудишься, трудишься. У меня машины нет, все своим ходом. Намокнешь, вымокнешь, устанешь. Так что надеюсь на лайки и полный просмотр от вас. Здесь что ли спрятаться? Отель 3 звезды. Лягушка-путешественница. Виола, лягушка-путешественница. Мы ж так канал назвали. А здесь вообще что-то нежилое получается, вот это, да? А, это оказывается ЖК на Крепостной. Вот это синие свечки. Смотрю, там люди живут. Поглядывают. А вот тут сколько мимо хожу. Сейчас только привесила, что это бювет, но он не работает, я посмотрела. Это Ивана Голубца мы, получается, пересекаем, да? Переход. Ого, тут такой выгул собак. Как у нас в детском парке, я когда приехала, в детском парке не гуляла столько собак, а сейчас одни собаки, и собаки только прям... Площадка для выгул собак. Вот не перестаю я удивляться, как построено. Смотрите, сзади такая махина стоит друг на друга. Попой к попе, как говорится. А здесь такой колоритный балкончик. Как вам? У нас такое в Сибири не встретишь, поэтому я здесь все время удивляюсь. А здесь вообще непонятный дом какой-то старый. Дальше вон... Дерево или что-то, имитация дерева. Ну, просто вот посмотрите сочетание архитектуры. Как это все друг на дружку. Попой к попе. Не пойми как на самом деле. А здесь же получается кирпич длинный-длинный. Наверняка номера сдаются. И тут для дизайна, видимо, что-то планировали делать. Я ему что написано. Я далеко плохо вижу, друзья, поэтому, если я где-то ошибаюсь, то я не нарочно, просто плохо вижу. Крепостная сеть. Славянские, типа славянские буквы, и получается пансионат Аркона. Кс-кс-кс-кс-кс. Ну, конечно же, куда без кошечек. Черноморских. Они повсюду, они в Крыму, на Украине. Вот я была тоже там везде. Даю часть дома с удобствами. Ух ты. Ну, тут, наверное, дорого в центре все сдается. Я так хочу в доме. Мне в квартире, я устаю жить. Всю жизнь мечтаю в доме и всю жизнь в квартире живу. Вот реально всю жизнь с самого детства. Продам, может, кто интересуется. Но я бы здесь не стала покупать. Вот так вот все понатыкано уже. Ничего не перестроить, не настроить свое, не сделать. Дворы полностью забетонированные. Это в жару, это ужас какой-то. Они здесь, мне кажется, продают. И многие просто уезжают в Витязи. Вот же Митэ там новые гостиницы строят, нового формата. Потому что это все старый формат, он тебя уже отжил. На мой взгляд, поправьте, если вы не согласны. Так, а это какая улица? Таманская. Открываем Анапу. Ну, я для себя. Не знаю, как вы. По многим улочкам я до сих пор не ходила, потому что с ребеночком сидишь, когда, ну, как бы, далеко ходить не очень хочется. Ни к чему. Танго. Танго. Как вам такая? Никто равнодушным не может пройти. Какая красота, и что, девчонки, тоже сразу
Просто огромная такая поляна роз. Волшебная, да? Хочется в нее прям так погрузиться и сфотографироваться. Смотрите, сдаются комнаты. Ну, мало ли. На паузу ставьте, если что. Смотрите, прямо вот оно море уже. И сдаются комнаты. Ну, как вам? Ну, вот это, конечно, архитектура поражает. Боспор. Я хочу себе вот такой дом. С таким балкончиком. И с такими окнами. Пусть моя мечта сбудется в этом году. Кстати, Боспор. Сколько звезд? 3 звезды. С видом на море будет. Вот он, маяк. Я благодаря подписчикам скоро все растения выучу. Смотрите. Это не иголки, это листочки. Вот что за растение? Оно мне так нравится вообще. Пишите, если кто знает. Прям обязательно пишите. Я все себе записываю в блокнотик. Потом буду сажать у себя на огородике. В саду, вернее, каком огородике? В саду. Вот Анапский маяк, смотрите, крепостная 2. Он функционирует. Министерство обороны, гидрография, КФС, маяк, основан в 1989 году. Посторонний вход воспрещен. Там все. И работает там все. Еще, походу, и живут. Но мне так кажется, не знаю. Может, это офис маяка. Вот он, родимый. Запоминайте дорогу. Вдруг вы будете здесь первый раз и будете гулять. И придете тоже. Ну, получается, там у нас 40 лет Победы пляж. Мы туда не пойдем, мы пойдем на Малую бухту. Туда. Видите, как к вечеру пододелись. Потому что затянула. Так виды поменялись, и там вдалеке, смотрите. Не знаю на камеру, как это передается, но выглядит это волшебно, как будто, я не знаю, Господь спускается с неба. Так, а это у нас улица какая, подсказывайте? Я не знаю. Не могу сообразить. Уже до Малой бухты совсем чуть-чуть осталось. А, ну вот она, Малая бухта. Санаторий, ее пляж. Ну, мы его с высока посмотрим, а пойдем еще на высокий берег. Тире Малая бухта. Ух ты, смотри-ка, какая приспособа интересная, да? Для надо же, и вот честно скажу, я первый раз вижу, так что ребенка не потерять, он едет, вроде бы и сам, а вроде и нет. Приближаемся мы к санаторию Русь, Малой бухты, высокий берег. А сколько стоит? Мороженое? Да. 300 на молоке, 200 на банане. На молоке 300? 200 на банане. А то в прошлый раз я как-то спрашивала, говорю, на молоке делать? Нет, только на фруктах. Ну, также стоило 200. Неудобно мне микрофон, простите, но пока так.
200 на фруктах и 300 на молоке. Кто любит такую морожку? Признавайтесь. Кстати, для тех, кто будет здесь первый раз, смотрите, можно вот здесь спуститься. Вон, видите, пошли парень с девушкой вниз. И попадете вы сразу на Малую Бухту, к санаторию Малой Бухты, пляж, где вот лифт и все такое. Маленький лайфхак. Шучу я, ладно. И вот он, высокий берег. В общем, сама это Малая Бухта, а высокий берег, потому что санаторий вон там есть. У нас он высокий берег, и это его пляж. Кое-как к вечеру добралась сюда. Ну, пойдемте все равно посмотрим, и уже будем завершать наш сюжет. Лежаки, лежаки. Сейчас найдем, сколько лежаки стоят. В лежаках. Я не люблю так, простите. До того, что, наверное, я на море никогда не была до того, как сюда приехала. Я как-то привыкла больше, чтобы природа, она была природой. Но вы не обижайтесь. Ну, такая я природу очень сильно люблю. И дикие пляжи тоже больше люблю. Ну, короче говоря, нет, ну, мне центрально нравится, но там потому что есть свободные места. А здесь, да, конечно, чистая вода, те, кто любит галечные пляжи. Душик, душ. Белый забор теперь здесь вместо бордо. Ой, все бело, бело-синее теперь у нас оформление. Ну, как-то когда все заставлено, ну, не знаю, смотрится не очень. Ну, таковы пляжные порядки. Но лежать на лежаках, несомненно, лучше. Просто смотрите, по-моему, в прошлом году и здесь они вот так были, вот те ряды. Ой-ой-ой, мне кажется, как-то больше их стало. Или мне так кажется? Яхта какая-то везет кого-то в дальние моря, в голубые дали. Смотрите, мне просто интересно. Сегодня я мерила, было на пляже вот там, на центральном, 23 по показаниям у берега. Ну, 20 округляем. Сейчас здесь уже вечер. И опа, вода все-таки холоднее на целых 2 градуса. Теперь все. Летом теплее здесь. Ой, зимой теплее, а что-то как-то, видимо, летом холоднее. 1, 2, 3. Все-таки купаются. Даже вечером, уже на закате. Всем спасибо огромное за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Температура воздуха вечерняя 21. Всем тепла в ваши города. Приезжайте к нам в Анапу. Ну или куда вам больше нравится жить, отдыхать. Всем счастья, друзья. Пока. И чуть не забыла, я же обещала. Прейскурантцы на Малой Бухте. Высокий берег, лежак 150, то ли 20. В общем, на паузу, если что, поставьте и почитайте. А вот тут еще инструкция по технике безопасности. Кто заботится о безопасности? Теперь все, миссия выполнена.